Всем привет, с вами Алекс Ки. В сети очень много роликов о том, что подпишусь взаимно на ваш канал. Я также подпишусь взаимно на ваш канал, если вы укажете это все в комментариях. Но есть один нюанс. В интернете я много прочитал информацию. Чтобы YouTube засчитал вас как подписчика, вы должны просмотреть не менее 40 секунд любой ролик на моем канале. Плюс вы должны написать 3, 4 или 5 по вашему, ну не менее 3 комментариев под любым видео. И также поставить 5 лайков под любым видео, которое вам понравится. Хотела вам рассказать о том, что есть как таковая песочница, и для менее популярных блогеров необходимо преодолеть рубеж в 100, либо 500, там, 1000 просмотров, то вы будете выходить в топ, потому что я вот заснял один ролик, который посвящен мусоросжигательному заводу, вот он здесь представлен. И он сначала не набирал популярность, но так как на тот момент времени тема была очень актуальная, и мой ролик вышел в топ, и он является топ именно по просмотрам на данную тематику. Основную цель, которую я преследую, я буду снимать как можно чаще и больше таких вот видео. Что я рекомендую сделать вам, если у вас есть канал свой, и вы снимаете на какую-то определенную тематику, не побоитесь, не поленитесь, возьмите камеру, вашего смартфона, там, я не знаю, любую технику, которая снимает видео, пусть оно там будет в плохом качестве, ну, желательно, конечно, хотя бы 720, ну, или 480, чтобы было разрешение у вашей аппаратуры. Для чего вам это надо? Вы снимете подобный ролик, будете выкладывать в сеть, и, соответственно, вы будете иметь возможность увеличить свою аудиторию, либо просто взаимно на вас будут подписываться люди, которые хотят также раскрутиться, также хотят получить аудиторию. Поэтому я решил снять свой первый ролик, а также я буду снимать еще больше роликов. Давайте вместе друг друга продвигать на этой платформе, подписываться взаимно. Я также буду подписываться на ваш канал. У меня есть уже 2 канала, но если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, также подписаться на мой канал. Не забудь нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Также пиши в комментариях, согласен ли ты вот таким образом взаимно подписываться и увеличить свою аудиторию, потому что я уверен в том, что ты в этом очень сильно заинтересован. Каждый из вас в этом очень сильно заинтересован. Это дает стимул для того, чтобы снять новый ролик, потому что большинство людей просто заходят на YouTube, понимают, что это колоссальный труд, начинают снимать ролики, снимают от 1 до 10 роликов и на этом заканчивают, и забрасывают свой канал. Но если вы поймете, какой у вас потенциал именно в этой платформе, то у вас будет больше стимула, больше сил, у вас даже появится какой-то определенный вот определенная энергия для того, чтобы снимать эти ролики. То есть вы будете просто их штрафовать, потому даже у вас не будет времени не хватать, чтобы их всех выложить, обработать. На моем канале будет выходить очень много видео о том, как я обрабатываю видео, какими пользуюсь я программами, на что я снимаю. Всем спасибо, всем пока.